Та-дам! Народ, привет! Я сегодня опять вылезла в город. Вот, опять хожу тут, гуляю и хочу, вот мимо иду, и тут дерево такое, называется саурсук или сметанное дерево. Вот, тут смотрите, какие фрукты-то на нем. Внутри, если кто пробовал, они такие кисло-сладкие. И они лечат диабет, рак. Вот. Рекомендую, у кого больны раком, вот это нужно кушать. Смотреть нужно в супермаркетах. Называется сметанное дерево. По-английски sour soup. Вот. Когда они спелые, они кожица, в них мягкая уже. Вот. Смотрите, какая еще шишечка. Ой, какие шикарные. О. И, кстати, еще одна заметка, то, что я заметила, у него листья, вот, и его листья можно заваривать в чай. И знаете, чем оно пахнет? Эти листья очень пахнут, прям один в один, черная смородина. Представляете? Это я обнаружила только в прошлом году, так я не принюхивалась к нему. Вот, так что будете знать. И еще вот тут 4 этих плода висят. Огромный, громадный саурсупчик. Мне нравятся эти фрукты, кисло-сладенькие такие, как будто сметану кушаете. Вот.